Короче, привет, я Эни Мэджик, и я сегодня впервые погрузилась в наше спа-джакузи уличное, зимнее. Это огромный бассейн 4 на 2 метра. Кто смотрел предыдущий ролик, видел небольшой обзор на него. Джакузи, потому что здесь не только можно плавать, но и плавать против течения вот в этом противотоке, включать всякие прикольные штуки, в том числе ночную подсветку, слушать музыку и так далее. Я сейчас, кстати, попробую. О, нифига себе! Реально против течения! Прикольно! В общем, целую неделю, как вы с предыдущего ролика, я приучала собак к виду бассейна. Они находились тут, они видели, как булькает вода, они приучались к нему, но еще не плавали. И сегодня, впервые в жизни, они поплывут против течения в этих бульках. И это тренировка. Я просто хочу сказать, что многие могут подумать, зачем. На самом деле, это очень полезно для собак. Если вы помните видео, где я, Софи, ходила в спортклуб, где мы плавали в бассейне, где есть водная дорожка для собак, когда собака идет по дорожке специальной, и против вот такого течения тренируется, так реабилитируют собак после травм, так лечат суставы у собак. То есть плавание, оно помогает не только людям, но и собакам, это очень полезно, поэтому я это делаю. Но я допускаю, что собаки могут странно на это реагировать, даже побаиваться или еще что-то, и это будет, наверное, непривычно для меня, потому что вообще в норме собаки все мои знают, что такое вода. Они плавали, они купались, Юми с Мишей в озерах, в реках, в бассейне, Софи с Эйвеном вообще с детства плавают, и как бы они должны реагировать нормально, но они никогда в жизни не плавали вот в противотоке, против течения, еще и вот реально вот с такими бульками. Поэтому, возможно, для них это будет стрессом, у них могут быть такие морды, что им это не очень нравится. Софиша у нас будет первой испытателем. Она поплывет первая. Для начала мы просто опустим ее. Кстати, к теме гигиеничности. Многие могут сказать, что давай-давай, Софи, тренируемся, давай-давай, плывем. Многие могут сказать, я просто хочу, чтобы она сначала просто поплавала. Давай, молодец. А, я вспомнила, правильно же собаку к себе лицом. Вот так, вот. Вот, умница, давай, молодец. Что это не очень гигиенично, но, как я говорила в прошлом ролике, что собаки здесь поплавают, а потом мы зальем сюда определенные специальные химические средства, которые снова очистят воду. Но я узнала еще и то, что в прошлый раз я думала, что в воде, которая очищена вот такими разными способами, всякими таблетками, порошками, это вредно для собак. На самом деле нет, я узнала, в тех же бассейнах, в которых тренируют собак, залито все то же самое, то есть оно гипоаллергенно, и им будет безопасно плавать даже после того, как я эту воду исправлю, очищу и так далее. И, ребят, обязательно ставьте нам лайк, если вы хотите, как я говорила, водную рубрику этим летом с бассейном. Поворачиваем сюда-сюда. И пишите обязательно в комментариях ваши идеи. Я, например, хочу прыжки с трамплина в воду сделать. Мне кажется, это будет очень круто научить этому собак. Софиш, плывем. Я знаю, что тебе не нравится, но надо. Надо. Умница. Давай, иди сюда. Давай. Включаем противоток. Она не выдержит течения. Она не сможет против течения плыть. Сможет? Молодец. Давай. Вот ко мне. Давай, молодец. Плыви. Сносит. Ай. Слишком сильный поток. Я сейчас включу поменьше. Ее сносит этим течением. Вот, молодец. Она даже быстрее меня плывет. Быстрее плывет, чем я иду. Давай. Давай, Софиш. Софиш, плыви ко мне. Софиш, ко мне. Слишком сильный оказался противоток. Да блин! Все хорошо, все нормально, но Софиша плыла до предела. Она прям молодец, она плыла против течения. Она умница, да? Но это, конечно, была неприятная ситуация, что я начала заносить, точнее, под воду, толкать ее этим потоком. Надо, ничего, мы научимся, все хорошо, мы научимся, как это регулировать. Думаю, собака, ты моя умница, ты молодец. Ты умница. Еще есть такое упражнение, когда собаку поддерживают вот так вот за животик, чтобы она плыла. Давай. Вот, молодец, плыви. Софиш, ко мне. Вот, я вспомнила, в чем моя ошибка. Я ее отворачиваю, она меня не видит, и поэтому плывет не туда. Она должна вот так вот держаться и плыть на меня, таким образом тренируя лапки. Такая крышка мокрая. Сейчас мы оденемся в полотенчика. Ну что ж, Софиша была первой испытателем. И из чего? Так как она у нас самая, я считаю, привыкшая к воде, самая такая пловчиха, из чего я могу сделать вывод, что противоток вот этот вот, он очень мощный. Поэтому для начала мы попробуем с Мишкой вот эту вот часть, где здесь включаются потоки. Они не такие сильные, ну, понятно,
понятное дело, что сначала мы поплывем. Поддерживайте, ребят, нас лайком. Обязательно пишите в комментариях. Давай на меня, Мишань. Вот, молодец. Видите, как собака сразу успокаивается, когда хозяин перед ней поддерживает ее. Вот, молодец. Давай, поворачиваем, поворачиваем. Давай, вот плывем. Давай, молодчинка. Ай, умница. Ай, моя девочка. Обратно давай, пошли. Обратно. Плывем, плывем, Мишань. Плывем, плывем. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Сейчас еще немножко пасмурно у нас и солнышко нет. Когда будет жара, вода прогреется, да очень горячая, будет тепленькая, нам всем будет кайфово, то я думаю, что плавать будет еще комфортнее, поэтому водных рубрик будет много. Ну что ж, давайте попробуем сейчас включить вот эту часть. Воздух здесь. Это просто бульки, просто пузырики. Мишанька, давай, плывем, плывем. Молодец, плывем. Ай, умница. Вот умница. Она не хочет в бульках плыть, она выплывает из них. Она выплывает из них. Поворачиваем, 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 поворачиваем. Вот так вот, вот так, молодец. Вот умница, давай вот здесь вот. Давай, Мишань, давай, гидромассаж, давай. Давай, 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 молодец, плывем. Поворачиваем, поворачиваем, поворачиваем. Спокойно, спокойно, Миш, давай, давай. Плыви ко мне. Ай, плыви сама ко мне, молодец, как быстро. Вот умница. Куда хочешь плыть? К берегу не надо. Вот умница, Мишка, молодец. На самом деле, вот эти вот, вот эта история с бульками, она, наверное, не очень комфортная, но зато массажится. Так, Мишка хочет вылезти. Давай, вытащу тебя. Вот, все, вытащила, вытащила. Спокойно. И все-таки я хочу попробовать поплыть против течения не самым сильным потоком, а вот просто вот здесь хотя бы. Здесь же тоже есть течение. Оно образуется и здесь. Вот так, давай. Вот, Мишка, молодец. Иди ко мне, плыви ко мне, плыви ко мне. Нет, их сносит. Вот здесь вот хорошо. На Софише мы попробовали, что там слишком сильное течение, там собаку сносит. А вот тут вот прям хорошо. Я хочу добиться, найти ту серединку, тот момент, где собака плывет на месте из-за потока. Как и человек, в принципе. Вот, здесь она уже не может перебороть поток. Вот тут вот. Давай, Мишань. Давай, Мишань, плыви, плыви. Ай, выплывает. Давай, Мишка, давай, тренируемся, тренируемся. Кому понравится тренировка? Ножки устают, лапки устают, да. Все, 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 надоело, ладно. Хорошо, все, все, молодец. Ты моя крышка, моя шоколадочка, картошечка, моя умница. Мишка, молодец, молодец. На меня, Мишань, на меня. Давай, 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 давай. Давай, 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 на меня, вот умница, ай, Мишка плывет, ай, молодец, ай, Мишаня умница, ай, плывет, 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 все, сносит ее, когда я отпускаю. Но даже та тренировка, что когда ты поддерживаешь собаку, и она гребет, это было одно из упражнений, когда мы ходили в спортклуб. То есть хозяин поддерживает собаку, а собака гребет. Но только не надо именно стоять перед собакой, чтобы собака плыла на вас. Да, вот умница, вот молодец. Поплыли, 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 поплыли. Ай, умница, ай, умница. Ай, умница. Давай, 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 давай. Ай, Мишка, молодец. И давай туда, 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 туда. Давай, Мишань. Все, Мишка уже хочет выйти. Ну что ж, я считаю, все равно для начала хорошо. Никто особо не испугался противотока. Мне кажется, они плыли точно так же, как они плыли бы в реке. Следующее у нас будет Юмичу. Я не знаю, что сейчас будет происходить. Мне кажется, какой-то трэш. А Мишке надо согреваться. Сейчас мы ее укутаем в полотенчико и отправим греться домой. Я забыла показать фонтанчики. Смотрите, какие тут есть фонтанчики. Ну, я так думаю, это просто для красоты такая история. А, вот. Эти штуки регулируют там. Точно, она отключает... Там противоток. Вот! Нам нужно сделать поменьше противоток. Так, следующий у нас покемон Юмичу. Для начала мы просто посмотрим на воду. Да, Юми, как всегда, поплыла. Все нормально, да. Все нормально, моя девочка. Все хорошо. Давай, спускаемся в водичку постепенно. Давай, плывем. Юми, ты плавать умеешь у нас. Давай, на меня, на меня, на меня. Все, 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 хорошо. Давай, давай, давай. Вот умница. Вот видишь, как ты спокойненько хорошо плаваешь. Давай, поворачиваемся, поворачиваемся. Гребем, 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 собачка моя, зайка, молодец. Давай, 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 давай. Вот, молодец. Молодец, поворачиваемся, давай, давай, давай. Давай, Юмичу, ай, умница. Кто такая умница? Кто такая умница? Так, сейчас попробуем включить поток, но, как мы выяснили, его можно регулировать и делать не таким сильным. То есть его можно сделать прям мощным. Видите, как он бурлит? А можно сделать его... То есть это очень сильный поток, прям меня начинает сносить. Я даже прикрывала собой, да, собакам этот поток. А сейчас мы его сделаем поменьше. Тогда будет, соответственно, не так сильно. Он уже даже сюда доходит, но здесь Юми может плыть против течения. А
Опять не туда? Давай. На меня. Поплыли. Поплыли. Вот, молодец. Давай. Давай, молодец. Ай, молодец. Вот умница. Ай, покемон. Вот то, чего я добивалась. Чтобы собака сама плыла в мою сторону. Именно в, как бы на одном месте практически. Давай. Давай, я сейчас ей освобожу поток. Вот, молодец, давай ко мне плыви. Ай, молодец, плыви. Плыви, Юмичу, ко мне. Нет, ты ко мне плывешь. Вот, молодец. Вы видели вот этот момент, да? Надо уловить вот этот момент, когда собака практически на одном месте двигается. Давай, Юмичу, еще. Лапки уже устали. Да, давай еще чуть-чуть. Вот, молодец. Вот умница. Ай, молодец. Вот это как раз эффект беговой дорожки. То есть собака плывет на одном месте, да? На одном месте, потому что поток ее удерживает, а она сопротивляется этому потоку. Давай. Поток. Все. Дыхание участилось. Это, в принципе, как у нас, да, у людей, когда мы плывем. Мы дышим, и потом мы, когда устаем, тоже очень так... Все, мы продолжаем плыть. Давай в водичке вот так вот на одном месте поплывем. Я тебя поподдерживаю, а ты поплывешь. Давай. Вот, молодец. Я видела на тренировках в спортивных клубах, как огромные собаки вот так тренируются с хозяином. Вот, по сути, противоток должен этот эффект делать, да? То есть я ее держу, и собака плывет. Все, хватит. А то мы уже выдохлись, мы уже устали дышать, да? И Васик наш старичочек, я не буду заставлять его плавать, потому что, ребят, ну, вы знаете, кто смотрит наш канал давно, у него болеет сердце, мы сейчас лечимся постоянно и всю жизнь будем жить на таблетках, не буду его уже заставлять, он у нас старичок, ему нужно отдыхать. Я не думаю, что ему сейчас для сердца будет полезна какая-то такая тяжелая физическая нагрузка, я надеюсь на ваше понимание. Спасибо большое вам, ставьте лайк, пишите свои длинные комментарии, пожалуйста, подписывайтесь на канал, увидимся скоро в новых роликах. Пока.